смотри! Сколько? 78 лет лежит. Хорошо. Он висит, говорят. Они его потащили уже. На этом тросе. Подойду, вот где стоит семья. Ты тоже подумал. Два выхлопа торчат. Они ждут так. Не заели, наверное, видно. Идем. Идем. Надо не пробытину этого троса. Ну, может даже за дерево откнуть. Там народу смотрит. И здесь местечко идеально. Так, Андрей Андреевич, давай-ка топай отсюда. Куда? Как ее знаю. Андрей Павлович, выходи, а ну давай снимай. Выходи, давай. А, он зад, да. Зад, зад у него. Зад. Мама, там чуть-чуть будет. Ну вот, они заснимут. Вот, подожди, сразу. А, подожди. А, вот. Да я там. Современно. Мелкий, голову! Держи вот так. Да, нет, да? Давай я вот это держу, а ты выставляй. Сейчас еще кадр. Один. Come on.
пиздец. А чё? Да вот, блядь, залез придурок. Да, а у меня камера не влазит, когда я снимаю? Не-не-не, я отсюда беру. Да ой, как вы замучили ходить, да, ребят? Еще один. Я не влез. Не успел. Ну, кем-то пошло. Да, тросики, блин, что надо. Аж все остальные России видят. Еще один. Ну куда? Ребят, ну... Жень! Ну это... Ноги аккуратно, бро. Это уже пипец какой-то. Пожалуйста. Хотел выпрыгнуть, к счастью. Слышь, про него читал, он во время бомбежки с понтона свалился, так что мы еще и ставки делали, чтобы кто-то мог успеть выбраться. Ольга, отойдите, пожалуйста, вот скинёчек. Евгений, нам 15 секунд записаться и все. У вас было очень много времени, нет, правда. Нет, мы просто уходили, технически нам нужно. Я понимаю, привет. Давай ты удали эту старую, будешь ответить. Давай. Иди побольше. Давай, Галя. Давай.
Нет, снаряд. Снаряд? Да? Я же респондент.